Робот. Детективы галактики. Привет, Тобот! Вижу галактических налетчиков! Притормози, Тайкон, не надо! Мы их потеряем, капитан! Я за ними! Я сказал не лететь за ними, это приказ! Да ну, я справлюсь! А? Стоп, что-то не так! Вы попали прямо в ловушку, пустоголовые! Это нейтронное кольцо, не приближайся! Я вас спасу! Нет, если ты приблизишься! Матео ведет. Что? Ты не говорил, что это гонка? Ух ты! Не может быть! Крутая тачка, Себастьян! Круто удержался! Но когда ты научишься водить? Это не настоящая машина, Матео. Это Роудбастер. Папа говорит, что они сейчас дико популярны в Италии. О, она такая крутая! Можно попробовать? Ни за что! Ты точно ее разобьешь. Просто заведи свою, попроси родителей. Брось! Не будь жадиной! Что? Или мы тебя сделаем! За что ты так? Никто не любит задир, ребят! Хвостунов тоже не любит. Верно, Матео? Я куплю себе такое же! Серьезно? Эй, мам! Все, прекращай! Я же это не специально сделал! Я просто пытался придать вкус, вот и все! Не трогай мой гриль, бургерная голова! Вот и наш чемпион! Как дела, малыш? Серьезно, пап? Ты сжег еще один? Что, обугливание улучшает вкус? Я видел это на Тупве. Мы просто шутим. Забудь. Можно задать вопрос? Конечно. Что такое? Можете купить мне Роудбастер? Тебе уже не нравится самокат? Ну уж нет. В твоей комнате полно новых игрушек. Но, мам, такое есть у Себастьяна. Прошу. Ясно. Ты не должен завидовать своему другу Матео. Да и кроме того, знаешь, что гораздо круче Роудбастера? Говорящая космическая машина! Вот что! Пап, хватит шуток. Мы уже это обсуждали. Их не бывает. Есть пища для размышлений. Как вам это? Как они вкусно пахнут! Мама приготовила их для вас. Налетайте, ребята! Ух ты, спасибо! Послушай, я тут подумал, можно прокатиться на твоей тачке, пока ты ешь? Да, конечно, дерзай. Я не могу отказать, раз ты подкупил меня бургерами. Да! Нечестно! Я хочу попробовать. Врум-врум! Педаль в пол! Оу! Она такая быстрая! Прямо как ракета! Да! Резкий поворот, и ему удается! Я король дороги! Наконец-то! Я вру неостановимый из галактических налетчиков! Пора поддать газу! Ой-ой, что это? С ней что-то не так! Поможете, ребята! О, нет, Матео! Держись, мы тебя спасем! Пожалуй, пора вернуть мне машину! Ничего не вижу! Прочь с моего лица! Это было слишком. Чудом спасся. Ух ты! Что это такое? Метеорит? О, стоп, но это значит... Что? Только не машина! Молодец! Ты нашел мой пропавший в ней кристалл! Кто это сказал? О, хорошо, ты еще и слышишь меня! Я здесь!
Кратер! Это и правда метеорит! Надо мной кто-то шутит? Я шучу только над галактическими злодеями. Спускайся сюда и активируй кристалл. Не может быть, говорящая космическая машина! Мне кажется, это сон, но я попробую! Спасибо. Без Ви-кристалла я не мог выбраться отсюда. Ви-кристалл, значит? То есть это аккумулятор? Так-то лучше. У тебя вышло, маленький землянин. За мной должен. Землянин? Так ты пришелец. Запрыгивай, я тебя подвезу. Почему бы и нет? О! Я Тобот, Страж Галактики. Можешь звать меня Тайкун. Что? Ты сейчас шутишь? Мой папа постоянно рассказывает про тоботов. Значит, они существуют. А я Матео. Рад знакомству. А теперь держись крепко. Нам нужно поймать сбежавшую машину. Что такое? Остановите! Эй, осторожно! Все земляне так водят. Вот она, впереди! Включаю ускоритель. Ну же, не дай ей уйти! Готовься! Солнечный циклон! Вот это мы разогнались! Все, даже не взмок, потому что я не потею. Спасибо! Это просто класс! А это кто? Надеюсь, ты готов к реваншу, тормозоголовый паинька? Ты ошибаешься. Я покажу тебе бочка лицей. Матео, он космический налетчик. Все проблемы из-за него. Придется испытывать пульс-ключ. Что такое пульс-ключ? Он даст мне суперзаряд. Вставь его в блок зажигания. Ладно, посмотрим, на что ты способен. Класс! Справедливости даю отпор разным злодеям. Легендарный мастер боевых искусств Тобот Тайкун. Сколько времени прошло? Я не могу в это поверить! Эй, Тобот! С возвращением! Это папа! Что он тут делает? Я не знаю. И откуда он вообще знает о Тоботах? Долго рассказывать. Скорее переноси меня! Матео, что ты здесь делаешь? Привет, пап! Ты не говорил, что тоботы настоящие! Более того, я был пилотом тобота. И мы остановили пульсара завоевателя. Ты пилот? Конечно! Меня называли Виктором Героем! Что скажешь, показать, как это делается? Эй, тобот, можешь передать мне управление? Для меня честь ездить с героем, победившим пульсара. Надеюсь, ты готов спасать положение. Раньше все было по-другому. Ну, ты вырос. Фух, просто надо втиснуться. Вперед! Значит, легенда потеряла хватку. Наслаждайся этим. Брум-брум. Я знаю, что ты спас мир, Виктор, но кажется, ты слишком взрослый, чтобы контролировать силу Ви-кристалла. Матео, это твоя миссия. Нет, прости, но ты к этому не готов. Пожалуйста, пап, дай мне попробовать. Этим людям нужен герой. Верно. И разве есть лучший кандидат? Руль твой. Хорошо. Второй раунд. Врум-врум. Теперь моя очередь. Удар вращающегося торнадо. Начинается твоя череда поражений, Тоба.
Можешь уворачиваться, но это поездка в один конец. И она ведет на свалку. Бросок Млечный Путь Галактического Воина. От вас, добряков, у меня голова кружится. Это наш шанс. Сейчас или никогда? Сейчас. Он не поддается. Рука помощи. Шутишь, как все отцы. Время шоу. Максимальный взрыв метеора. Врум-врум. Спасибо, Тобот. Тобот, ты снова в деле. Спасибо. Круто. Твоя Сиборгини. Хорошо, она все еще цела. Погоди-ка, куда подевался Матео? Отлично, у нас получилось, тайкун. Видишь, Матео, я же говорил, Тоботы лучше. Да, верно, пап. Тоботы гораздо круче, чем Роудбастер. Кстати, Матео. А? А? У меня к тебе просьба. Не может быть. Это же... Тобот. Детективы Галактики. Это так классно! Тайкун дал мне ключи для управления остальными стражами. Теперь нам нужно выяснить, где именно они потерпели крушение. Но когда мы заблудимся в глуши, вернуться домой целыми будет трудно. Хорошо, что наш новый друг, Дикий Шеф, может выбраться откуда угодно. Смотрите новую серию Тобот Детективы Галактики, чтобы узнать, что будет дальше. Озвучено компанией TMS по заказу компании Young Toys.